А, приехал в Борисково, сейчас здесь у нас саначинские пашут, так что посмотрите несколько кадров самой пахоты, как терион там, двенашки или пятнашки. Посмотрю сейчас, спрошу у Сереги, я в них особо не разбираюсь, в этих здоровых тракторах. Посмотрите видео, как пахали, ну а потом будет возможность, я уже залью видео, сниму Терекса. Ну, то есть сделаю обзор по нему, какой он там внутри, как чего. Потому что Серега, наверное, приедет к нам тоже пахать. И посмотрим. Ладно, смотрим. Саначинская пахота. Сейчас засниму. Серега у них работает там. Сейчас этот посмотрю, как перекинет. И этот, и тот. Охренеть. Больше интересен вот этот дурачок. Сколько здесь? Хрена, короче. Ага, не в ту сторону. Ну, этот маленький. Сейчас дождусь Терекса. Старецкие. У нас Борисково здесь пашет. Сейчас немножко сниму. Не знаю, будет слышно, нет? Как шумит, идет турбина. Терекс. Ну, я посмотрю, какое. Что там за название. Какой он там. И плуг сейчас посчитаю. 3, 6, 9, наверное. Досказал, не досказал, не помню. Этот. Борисково. Здесь у нас они пашут. Потом у Некрасова к нам переедут. Будут у нас пахать. Так что вот такой он здоровый. Туда неохота идти. Но надо, наверное, заснять его в кабине, посмотреть для общего развития. Даже не пойму, тяжело ему, не тяжело. Не знаю, короче, Сережа спит. Сейчас посмотрим, глубоко, не глубоко пашут. Ну, гектары валят. После рапса. Рапс они убрали здесь. Ах, красиво цвел. Брали на семена, говорит. И вот уже такая отава рапсовая. Лосяры здесь должны ходить. Как мама, не горюй. Ну, это, по-моему, пятнашка. Не особо глубоко, сантиметров. Может, 15-20. Вон она идет.
Или дренажка. Не посмотрел. Сейчас будет разворачиваться. Посмотрим. Сейчас встанет в борозду. Приходится вот так восьмерки им делать. Я имею в виду разворачиваться с таким плугом. Как-то он, не пойму, один в стороне или просто так он. А, за колесом, наверное. Из-за этого кажется, что так.